Сегодня мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил работу системы распознавания лиц в школе номер 85, которая была запущена 26 декабря 2018 года для контроля за посетителями образовательного учреждения. Там были установлены быстросъемные турникеты и ограждения на двух входах, широкоугольные камеры, сервер видеоаналитики и рабочее место охранника. Теперь, говорят родители, они спокойны за безопасность своих детей. Кроме того, система дисциплинирует учеников. Мы можем однозначно отследить пришедших детей, во сколько они пришли, во сколько они ушли из школы. В случае какой-то чрезвычайной ситуации мы можем знать, сколько у нас в данный момент находится сотрудников детей в здании школы. Очень важно именно, что все люди, которые пытаются пройти в школу, они будут синхронизированы с базами данных правоохранительных органов. Что если есть люди, которые находятся в розыске, информация будет сразу передана на правоохранительный орган для того, чтобы можно было отработать уже эту угрозу. Следующий момент уже универсальность. Данная карта, которая является вторым способом входа в школу, она должна также стать и универсальной с точки зрения школьного питания, и дальше мы планируем ее распространить и на использование уже в общественном транспорте.